Влад, смотри, я могу выиграть новый iPhone. Здесь надо всего лишь подписаться на 10 тысяч спонсоров. Да нет, цены. Ты чё? Его разыгрывает сама Ольга Бузова. О, Вер, ты чё, iPhone выиграла? Ага, выиграла. Так вот теперь мы будем месяц на дошираках сидеть. Я тебя убью. Влад, смотри, какое я себе платье по акции в Инстаграме заказала. Ого, круто, ты будешь не очень сексуальной. Чё ты, Вер, готова? Ага, больше никогда не буду на эти скидки. Вагонов нефти в Беларуси. О, что это? Алло, да, дам я тебе деньги. Завтра. Как выиграю, я отдам. Тебя талант, братан. Играть онлайн. Так, до врача еще 2 часа. Надо чем-нибудь заняться пока. Еще 10 минут до автобуса, схожу-ка я в туалет. Вань, снять. Я не могу, я занят. И вообще, у меня сегодня праздник. Вер, где мой ром? Когда переехал, не помню. Наверное, был я бухой. Ой-ой-ой. Давай выпьем за тех, кто служил. Нет, я вообще-то не служил. Мой адрес сегодня такой. Ленинград. Погода хорошая. Давай, вправду. Будешь? Нет, конечно, это вредно. Я никогда в жизни не пробовала и не буду пробовать курить. Ты будущая мать. Чё, может, на выходных вписку устроим? Мне как раз родаки уезжают. Какую вписку? Мне мама не отпустит, и к тому же Гею нужно готовиться. Вот ты думай хотя бы своей головой, экзамены скоро! Машка, это ты что ли? О, Верка, привет! Ты как? Как жизнь молодая? Да я вот замуж вышла, ребёночка жду. А ты? Да я на концерт Фейса иду. С подругой вон. Кстати, Сишка есть? Да не, я уже не курю. Да ладно, а чё бросила-то? Ладно, мне пора. Пока. Влад, помоги мне убраться в ванной. Отвали, я играю. Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Доброе утро, любимая. Сегодня 8 марта. Влад, принеси мне покушать. Да, конечно, дорогая. Вот, держи. Влад, расскажи мне сказку. Я уснуть не могу. Жили-были дед да бабка. Да была у них курочка ряба. Не простая, а золотая. Что-то жарко вообще. Она за мной, даже если я в пропасть. Когда я вдали. Влад, помоги мне покушать приготовить. Отвали, я играю. Она в моей ДНК.
Сегодня 15 число, у меня нет месячных. А, ну да, я же уже беременна. Ребят, сейчас я встану на весы, и мы вместе посмотрим, сколько я вешу. Наверное, в следующий раз посмотрим. Милый, я купила новое нижнее белье. И хочу, чтобы ты быстрее сняла его с меня. Дорогая, я не могу, я в доту играю. Что? Мои сисечки, где вы? Потом перезвоню, а то с ней разговоры на час. Вера, а что бы ты делала, если была бы мужчиной? Здравствуйте, вы Анжелика. Да. Проходите быстрее в спальню, у меня мало времени! Алло, Вась, может сегодня в стрипте с бар сгоняем? Телочек пожамкаем. Ну что, пойдем в воду, давай! Блин, а дверь ты от дома закрыла? Ну, слава богу. Пошли. Вер, а ты машину-то закрыла? Да, мам. Да, через 15 минут буду. Угу, давай, пока. Ёб твою мать.